Ну, то поколение, которое в начале нулевых, получается, формировало жизнь, но оно что видело? Оно видело вот начало формирования вот этой вот посттоталитарной системы, понимаете, когда реки замерзали и жизнь останавливалась. В этом, понимаете, проблема. Будет ли у этого поколения вот этот вот пионерский задор, заряд романтизма, который позволит ему что-то менять? Тут не вопрос в них, а вопрос в том, какую атмосферу они впитывают в себя.